мы продолжаем. Да. За то, что мы выполнили первое задание, мы получаем сладкий приз от Матаджи Насти и от остальных учеников его милости читания Чанчана Прабу. О, Туси! Да, это пришло. А вот наша Данька. Данька! Ладно, прочитаем сейчас следующее задание. Я его... Вот, да? Мой мамин и Туси на части. Потому что у меня мама. Это цикорий с молоком. Ну, конечно же, он горький, но вкусный. Да, великоват чуть-чуть. Слегка. Ребят, вот очень давно Дима, Мата Дима, который нас все организовывает, закинул туда Лунтика. Это раньше был Тулас и Лунтик. Мы могли бы выйти в нас. Нет, да, не Лунтик. Так, ребята, на следующей подсказке написано, что нам нужно поторапливаться, а то подсказный кролик съест все куличи. Там еще на подсказке было написано, что нужно отнести половинку кекса маме и папе. И прямо сейчас мы это сделаем. Прямо сейчас мы накормили маму с папой. А теперь мы побежим за новыми приключениями. Нам нужно пойти на площадку, где строится Брахмачари Ашрам, и найти там этот подсказку. К сожалению, Туласи Сиви сейчас покинет наш квест и останется, ну, может, не знаю, может, мы ее успеем передать. Ладно. Пока, Туласи. Туласи сейчас придет, она просто пошла по каким-то делам, и многие даже понимают, по каким. Пойдем, Туласи, искать следующую подсказку, а потом вкусняшку получим, а то кролик съест все пасхальные. Нет, бывает пасхальный кролик, он весел. Бывает, бывает, просто он приходит только раз в год. Да. Ладно, не верь, сладость не получишь. Куличек не получишь. Туласи, пасхальный кролик есть? Да. Как усмирить ребенка? Побежали! Вот тут вот у нас есть подсказка. И что на ней написано? Написано, что надо в кафешку идти. Туласи, иди сюда. Надо всем вместе произносить заклинание и идти в кафешку. Нужно спеть Хари Кришну. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. И подпрыгнуть три раза. Раз, два, три. Пойдем. Теперь в кафешку. За пасхальным куличом. Вот она где хранилась, да? Вкусняшка наша. Пойдем, побежали скорее, а то пасхальный кролик все съест. Мы пришли за куличом. Вот. Спасибо. Сейчас будем мы его кушать. Пойдем. Как нам его разрезать? Очень, блин, ребят, мы обнаружили, что кошки ели из моей тарелки. Я не знаю, что делать больше. Ну вот. Короче, наш куличик. Сейчас мы его разрежем пополам и будем его кушать. Вот наш куличик. Сейчас мы его будем разламывать. Это часть Туласи. Это пока что так. Это часть Туласи. Логика, это часть Туласи, это часть Туласи. А это часть Друпад. А все остальное? И все остальное сейчас разделим. Это часть Туласи. Так мало. Могла бы просто разделить. На, еще тебе. Спасибо. А эту часть мы с Туласи поделим. Все, ладно, пока. Живой пылесос. Реально. Я хочу. Живой пылесос. Друг, давай еще.
ставьте за это лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Кус, пока скажи. Пока. Как говорит блогер, как блогер говорит пока?